Продукты на городских базарах дорожают, отмечают горожане. На 50% по сравнению с прошлым годом выросла цена на чечевицу. Если раньше килограмм ее стоил 250 тенге, то нынешняя ее стоимость 500. На 80 тенге подорожала и фасоль. От поставщиков, от оптовиков зависит. То есть цена плавающая, рыночная, чисто рыночная. Резко подскочили цены на овощи. Помидоры и огурцы, которые в ноябре прошлого года не превышали 300 тенге, сейчас стоят 380. Просто по таможне закрыта была. Вот 2 недели уже таможня закрыта, ничего не пропускает. Вот это помидоры, огурцы, зелень, все местные. В списке дорогих продуктов питания оказались колбасные и молочные изделия. Колбасу купила, сметану, по 800 сметана, по 150 молоко, дорого, конечно. Раньше было по 100, по 110 молоко. Сметана по 500 было, по 600, а сейчас все подорожало. Приятным сюрпризом стали низкие цены на мясо. Говядина теперь, на удивление покупателям, стоит 1150-1200 тенге. А вот цена баранины осталась неизменной. Килограмм ее стоит 1000 тенге. Мясо подешевело на 100 тенге. И мясо хорошее всегда. Свежее, молодое. Ну, говядина навряд ли подымется, если только весной подымется она. Потому что крупнорогатого скота меньше будет. Подорожание продуктов питания ожидается и под Новый год, признаются продавцы. Правда, насколько подскочат цены и на что конкретно, пока неизвестно.